22 декабря в здании организации «Горэлектросети» состоялось торжественное собрание по случаю празднования Дня энергетика. Выразить слова поздравления от имени главы города Хасавюрт Зайнуддина Акмазова работникам отрасли электросети на собрании пришел первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Хочу отдельно пожелать каждому из вас благополучия, терпения, успехов, всяческих благ. И позвольте зачитать постановление главы города Хасавюрта о награждении почетными грамотами муниципального образования городского округа город Хасавюрт на День энергетики. За многолетний добросовестный труд, безупречную работу и в связи с празднованием Дня энергетика постановляю наградить почетными грамотами муниципального образования. Главный инженер ОАО «Горэлектросети» Завильбек Умалатаджиев поблагодарил за оказанное внимание и заверил, что коллектив учреждения сделает все возможное для того, чтобы обеспечить максимальным комфортом горожан в плане бесперебойного снабжения электроэнергии. Постоянно поддержку они оказывают, что возможно, какие возможности у них есть. Думаем, в этом году тоже они помогут перезимовать. Будем надеяться. Хочу в лице вас поздравить, вы ваш коллектив, который принимает всегда участие в нашей трудной участии в нашей работе. И всегда мы чувствуем вашу поддержку. Спасибо вам от души. В продолжение Бадыр Ахмедов вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам и ветеранам за многолетний и самоотверженный труд. По завершении церемонии награждения присутствующими была сделана коллективная фотография память. Стоит отметить, что городская электростанция функционирует с 1960 года. На сегодняшний день в Горэлектросети работает около 100 инженеров, обеспечивают энергией более 700 трансформаторов, также функционируют 4 службы, занимающиеся трансформаторами, трансформаторной подстанцией, кабельными линиями и служба линий электропередач и уличных освещений. Зарина Булаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».